Людмила Александровна живет в этом доме вместе с матерью 9 лет. Говорит, искрящаяся проводка в подъезде – обычное явление. Жители боятся включать свет. Ну, днем-то мы еще включаем, а на ночь-то мы выключаем, потому что если мы все уснем, ну, мне уже не выпрыгнуть будет, я задохнусь. Бабушке у меня под 90 доходит, 23 числа будет день рождения. Тут молодежь, если, конечно, все будут спать, то тут никто не выйдет. По статистике, неисправность электропроводки – одна из основных причин пожаров в Кунгуре. Вот и здесь электрощиты, проводка доверия не внушают. Они почернели от постоянного нагревания. Кругом оборванные провода, рядом даже проходить страшно. Вот уже несколько лет жители попеременно дежурят в подъезде. Еще сам электрик приходил и говорил, когда у нас замыкание-то было. Все, выключали. Он сам говорил, у вас даже провод, я тут меняю, она как спичка ломается. Надо полностью все менять. Жильцы уверяют, коммунальные платежи оплачиваем исправно. И не могут понять, почему никто не хочет чинить старую проводку. Дом находится в ведении управляющей компании «Дом». Звонили туда неоднократно, результата нет. В управляющей компании «Дом» выяснилось, некоторые жильцы дома по адресу Старый поселок 7 все-таки имеют задолженность. Они не платили, и от них не было ни заявок, ничего. Но для выполнения работ каких-то, да, нам нужен протокол общего собрания. Протокол общего собрания будет, мы его рассмотрим, составим смету на ремонтные работы по замене электрооборудования, да. А значит, если они согласуют, то мы эти работы сделаем. Даже маленько прокредитуем. Выходит, дело за жильцами. Чем раньше появится протокол общего собрания, тем быстрее дело сдвинется с мертвой точки. По крайней мере, так уверяют в управляющей компании. Валерия Алферова, Алексей Долгоруков, Михаил Бабушкин, телекомпания «Кунгур».